На выходных сотрудники ГИМС объявили ледовый покров в бухте Нагаева опасным. Но несмотря на то, что лед внешне толстый, значит, там толщина льда больше метра, однако он уже мокрый, на льду уже вода, он уже покрыт сетью трещин, и его разломать может в любой момент. Сотрудники утверждают, что усиление ветра и волны может очень быстро сломать лед. Именно поэтому инспекторы ГИМС установили знаки «опасная зона». А это значит, что выход на лед является опасным. Также ведется патрулирование прибрежной зоны.